Когда все умрут, только тогда закончится большая игра. Рэдьярд Киплинг. Большая игра. Этим термином принято именовать абсолютно скрытую от массового сознания часть новой истории, связанную с упорнейшим противостоянием двух великих империй в Центральной Азии, российской и британской. Безусловно, очевидно, большая игра вокруг Ближнего Востока, Центральной Азии, Кавказа, то есть вокруг сердцевины евразийского суперконтинента, даже игроки там не сильно изменились. Вот она продолжается по сей день. Великая нация полагается главным образом на себя и только потом на союзы, хотя бы они были самыми тесными. Потому что глубоко в сердце каждой нации лежит старая крепкая злоба, которая в момент кризиса может вспыхнуть прежним пламенем. Джон Адам Крэмп, 1913. Джон Адам Крэмп, британский историк, классик британского империализма, написал это накануне Первой мировой. Это, можно сказать, правило, актуально для любой великой нации в момент кризиса. Кстати, и для нас. Катастрофы, которые, казалось бы, кардинально меняют ход истории страны, на поверку оказываются временным сбоем, почкой. Россия имперская проступает, проявляется сквозь Россию коммунистическую, якобы интернационалистскую, так же, как сквозь идеологический антикоммунизм проступает старая, вскормленная матерой геополитикой европейская русофобия. Величайшая империя британская вот куда-то делась, рассосалась. Если посмотреть, как ведут себя Соединенные Штаты сейчас, вторгаясь в Афганистан, Ирак, пытаясь навязать свою политическую систему государствам, отличным от них, можно утверждать, что они во многом повторяют опыт Британской империи. И мне хотелось бы напомнить американцам один интересный факт. Первое, что приказал сделать командующий британской армией, захватившей Багдад в 1917 году, это распространить прокламацию, в которой говорилось: «Мы пришли к вам не как завоеватели, а как освободители». Мы надеялись, что хотя бы сначала нас будут расценивать как освободителей, но нас приняли за оккупантов. США стали преемником Великобритании, и я думаю, что Великобритания сознательно передала американцам и то бремя, которое несет империя. Несите бремя белых, только бы грыжу не заработать. Холодная война, как вы слышали, глобальное столкновение между СССР и США завершилось. Завершилось, как принято считать, поражением СССР и окончательной победой свободного мира во главе с Америкой. И имперская Россия, достигшая своего наивысшего могущества в виде СССР, развалилась и рухнула. Вас обманули. Холодная война, как ни начиналась, ни в 46-м, даже в 18-м, так и не могла закончиться в 91-м. Почти весь 19 век от поражения Наполеона и до Первой мировой пронизан титанической борьбой, которую Великая Британия ведет с Россией. Большая игра – название холодной войны 19 века. Большая игра – это львиная доля того самого бремени белого человека, который, надрываясь, тащат наши американские партнеры. Исторические корни самой большой игры – панический страх Британии за Индию. Британия была просто уверена, Россия обладает таким могуществом, что в принципе не может не претендовать на Индию. Собственно, это и было единственным основанием британских страхов, временами доходящих до паранойи.